Считанные дни остались до начала учебного года, и столица продолжает готовиться к 1 сентября. Так студенты БГУ начали заселение в общежитие. Екатерина Герасименко узнала, скольких иногородних ребят могут приютить комнаты студгородка и в каких условиях будут жить и учиться молодые люди. Конец августа – это традиционно горячая пора для всех студенческих общежитий Беларуси. Отдохнувшие за лето юноши и девушки заселяются в уютные и недорогие комнаты на целый учебный год. Очередных новоселов на днях начали принимать и в студгородке БГУ. А в этом году общежитие получит порядка 8 тысяч студентов. Иногородних, обучающихся, которые нуждаются в жилье. Из них где-то порядка 1500 – это иностранные обучающиеся, а все остальные – белорусские граждане. У нас всех 9 студенческих общежитий в 4 районах города. Общежитие, текущий ремонт был во всех общежитиях, то есть подготовка общежитий к новому учебному году ведется ежегодно, и в этом году не исключение. Стоит отметить, что БГУ гарантирует места всем иногородним первокурсникам естественно-научных факультетов и 85% гуманитарных. Первоочередное право заселения имеют сироты, инвалиды, студенты из многодетных семей и иностранцы. Среди них и первокурсник Сухраб. Чтобы поступить в главный вуз Беларуси на экономфак, парень приехал из Узбекистана. О том, где он будет жить, задумывался не раз. Но узнав, что ему полагается комната в общежитии, был приятно удивлен. Недавно заселился, пару часов назад буквально, начал уборку. Впечатления отличные, то есть надежды оправдались, все тут хорошо, само общежитие тоже новое, это сразу видно. И действительно, общежитие БГУ в студенческой деревне можно назвать отелями. Например, эта 18-этажная постройка рассчитана более чем на 1000 мест. Просторные и комфортные блоки с мебелью очень похожи на двухкомнатные квартиры. Здесь есть прихожая, кухня со всеми удобствами и санузел. В распоряжении постояльцев учебные кабинеты, тренажерный зал и даже столовая. Я уже такой заядлый житель этого общежития. Живу я здесь уже 3-й год, заселилась совсем недавно. Мои впечатления об общежитии – это, наверное, самое главное – люди. Но, конечно же, хочется отметить идеальные просто условия для студентов. Ну, почти евроремонт, почти европейские стандарты. Для каждого студента общежитие становится вторым домом. И именно здесь тебя голодного, уставшего, грустного встретят уже полюбившиеся тебе соседи с кружкой чая. Вот. Именно поэтому в общежитии у нас работает негласное правило. Это традиционно открытое закрыть, грязное помыть, грустного обнять и голодного накормить. Еще один плюс проживания в студенческом общежитии – стоимость оплаты за место. В зависимости от условий цена варьируется от 8 рублей 4 копеек до 25 рублей 2 копеек в месяц. И все стремятся туда попасть. Поэтому студенты не только стараются хорошо учиться. Я всегда говорю, у нас самые лучшие студенты. Они стараются не только хорошо учиться, но и заниматься общественной работой.